День первый. Солдаты! Это он начал! Зачем ты устраиваешь драки в моем лагере? Простите. То есть жаль, что вы это видели. Но вы знаете, как это у мужчин. Необходимо с кем-нибудь разобраться, уничтожить, подраться. Как тебя зовут? Твой командир только что задал тебе вопрос. У меня есть имя, и это имя мужское. Линк, да, Линк. Его зовут Линк. Меня интересует не его имя, а твое. Скажи, Апчхи. Апчхи? Апчхи? Будь здоров. Мутвора. Мушу. Мушу? Нет. Так как же? Пиньк, был у меня такой друг. Я Пиньк. Пиньк. Этот Пиньк увел у меня. Да, меня зовут Пиньк. Дай взглянуть твои бумаги. Фазу. Тот Фазу? Не знал, что у Фазу есть сын. Он не любит говорить обо мне. И мне ясно, почему этот парень абсолютно чокнутый. Итак, бойцы, благодаря вашему другу Пиньгу, сегодня вам придется собрать в мешки весь этот рассыпанный рис. А завтра мы приступим к подготовке.